Эта история вполне исчерпывается небольшой заметкой, напечатанной в газете далекого заполярного города. Вот она. 19 марта. Вчера в нашу торговую сеть... По-моему, совсем не интересно, чем это кончилось. Гораздо важнее, как все это происходило. Вас никогда не пронзала тоска по местам, где вы еще не были? По дорогам, которые вы еще не прошли? По людям, что появились на вашем пути и исчезли неузнанными? Я расскажу вам о севере. Я вас познакомлю с людьми, которых свела мартовская вьюжная авиалиния. Четыре метеосводки, обычные для весеннего Заполярья. Но вы знаете, они предопределили поступки этих людей. Самую надежную меру души. Опять, как порою былою, погодка пилотам грозит, витает над белой землею привычное слово «транзит». Взгляни на магнитную стрелку, на север укажет она. Попали мы, брат, в переделку, буран за стеной, как стена. Senhoras e senhores, saludamos a ustedes a bordo de Il 62, que cubre la linha Moscú-Madrid-Caracas. Мы приветствуем вас на борту самолета Ил-62, выполняющего рейс Москва-Мадрид-Каракас. Мельяно Катерина. Командант дель авион Павлик. Как нужно, командир корабля, господин Стрелков или гражданин Стрелков? Просто Павел Стрелков. Командант дель авион эс Пабло Стрелков. Второй пилот. Иннокентий Иванович, а вас как, если по-испански? Никак. Мне на тех линиях больше не летать. Ну я ж просто так, для примеру. Ну если к примеру, товарищ Пивоваров. А еще проще, Дон Риос. Дед, я пойду покурю. Пардон, мадам. Señoras y señores, acabamos de sobrevolar Barcelona. Ahora tendré el gusto de ofrecerles una taza de café. О чем это она? Дамы и господа, наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров, со скоростью 2000 километров в час. Только что мы пролетели над Барселоной. Какая Барселона? Сыктывкар пролетели! А почему бы и нет? Если наш Ан-24 превратился в Ил-62. А сейчас вам будет предложен кофе. Павлик, ну как? Только, по-моему, что-то с темпом изменился. У тебя микрофон включен. Манюня, я не знаю, что сделаю тебе за эти шуточки. Это она про меня. Имею честь. Эммануил Чумак. По-испански Манюня. Огурцов. Константин Фомич. Очень приятно. Ты поживать с собой ничего не везешь, Константин Фомич? Нет. Жаль. То съел бы я сейчас что-нибудь для разнообразия жизни. Да я бы и сам. Но ничего, сейчас кофе попьем. Кофе? Ты уверен? Ну так... Тогда подождем. Девушка, где же кофе?
Так-то. Это вам не кто-нибудь, а девочка из Быкова. Между прочим, я с ней в одной школе учился. Дружили даже. Правда, недолго. И что, она так со всеми? Почти. Кроме своего Павлика. Свадьба у них после этого рейса, а потом его вроде в Шереметьево переводят. Скорее бы, а то надоели со своим испанским. Понимаю. О чем ты? А, да нет. Я уже 4 года женат. Сын скоро в детсадик пойдет. За деда обидно. Могли бы сообразить, что не больно весело человеку, когда ему все время о пенсии напоминают. О, сейчас она заговорит по-другому. От имени Управления торговли города Новонадеждинска разрешите поздравить вас с будущим началом семейной жизни и, как поется в испанской народной песне, «Бесаме мучо». Какие холодные. А ты хоть знаешь, что значит «Бесаме мучо»? Догадываюсь. Целуй меня крепче. А что вы нам насчет кофе намекали? Ну и нахал. Спасибо. Ну вот, без психологии в нашем деле ни шагу. Готовьте столики, граждане и сеньоры. Пожалуйста. Спасибо. Держи, двоечник. Спасибо. Уже успел про свадьбу раззвонить. Кем бы ты хотел быть? Сопровождающим грузы. Такие вот. А в будущем? Начальником управления торговли города Новонадеждинска. Красивая у тебя мечта. Удивительно все-таки устроена жизнь. Завтракали в Сочи, обедали в Москве, а ужинать будем в Новонадеждинске. Вон на посадку уже пошли. Жизнь устроена гораздо удивительнее, чем ты думаешь. До Новонадеждинска еще 2.5 часа лету. Экипажу занять места. Марта, 19:00, время московское. Это сводка Северного управления гражданской авиации. В связи с неблагоприятными местными метеоусловиями все порты и авиалинии Северо-Востока Сибири для движения самолетов закрыты ориентировочно до 21:00. Новонадеждинск не принимает. Садимся в Лаврове. Диспетчер Фролова слушает. Ясно. Внимание! Произвел посадку самолет. Следующий вне расписания по маршруту. Сочи, Москва, Новонадеждинск. Повторяю. Произвел посадку самолет. Следующий вне расписания по маршруту. Сочи, Москва, Новонадеждинск.
Самолет идет с грузом, никаких пассажиров брать не будет. А зачем же тогда объявлять? Чтобы люди зря не тревожились. Странная ты, Аглая, женщина. О каких-то людях беспокоишься, а на насущные нужды знакомого человека нужно внимание. Не нуди. Не дам вертолет. Только по слову Христича. А если он еще неделю будет по буровым мотаться? И я, руководящий работник торговли, вынужден терпеть? Я гусь, которого вся Тюмень и весь Салехард знает. Ты у любого человека на севере спроси, кто такой гусь, и тебе скажут. Что? Здравствуйте. 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 Вы случайно не знаете, кто такой гусь? Домашняя птица. Скажите, где у вас гостиница для летного состава? Гостиница в проекте, а комната отдыха наверху. Вам дежурный откроет свободную. Втроем как-нибудь разместитесь. А девочку вашу я устрою сама. Посиди пока. Катюш. Чей груз? Мой. То есть Новонадеждинская. Брутто? 4 тонны. 4 транзит, 4 тонны. Чего? Тюльпанов. Тюльпанов. Ты что, парень, шутить вздумал? Каких тюльпанов? Обыкновенных, сочинских. Прошу. Господи. И в самом деле. С прошлого отпуска ни одного не видала. Спасибо. Бедненькие вы мои. В такой-то пургу и на вот тебе цветы. Дары природы. Аглаюшка, дала ты мне вертолетик, да? А то ведь у меня рыбка на точках. А? Сиги, вкусненький. Всего один бортик на 2 рейсика. А? Ушел. Транзит 4 тонны тюльпанов. В жизни такого груза не оформляла. И все для Новонадеждинска. Да это только у меня 4 тонны. А еще 8 тонн первым рейсом ушли, на Ил-18. Понимаете, мы нынче решили для пробы закупить партию тюльпанов на основе прямых поставок. Угу. Ну и если опыт окажется удачным, сделаем эту практику постоянной. А то, понимаете, построили в центре города цветочный магазин по последнему слову техники, а торгуем в нем кактусами в горшочках. Это же смешно. Да. Вот люди-то как живут. Да, Глашка, живут. Уйди с моих глаз, гусь. Я же тебе сказала, не дам вертолет. Нечего порожняк над тундрой гонять. Будем отправлять партию на буровые. Заберешь свою рыбу, ничего с ней не станется. Не цветы. Да я тут при чем? Они там в Новонадеждинске со своего комбината медь и никель по всей стране гоняют. Чего же им тюльпан не закупать? А мы 4-й год до нефти добраться не можем. Тебе хоть золото дай. Опять кирзовых сапог да гречневой каши со свининой натащишь. Все склады забил, повернуться негде. Давай твои пристроим. А то еще неизвестно, сколько здесь просидишь. Спасибо. Красота-то какая. Вот народ-то, а? Войну о гречневой каше с салом только мечтали. Исчезни, гусь. Прошу тебя как человека, пожалуйста. Не могу я сейчас тебя видеть, у меня настроение портится, а мне еще дежурить до утра. Сейчас в кабинет к начальнику тебя устрою, там тебе удобно будет. Сейчас белье принесу.
30 лет уж скоро, как война кончилась. И сам ты, небось, не гречневой кашей питаешься. Даже не пахнет. Ерундовый товар. Какой дурень их выдумал в такую пору возить? Почему ты дурень? Наоборот. Когда же их возить, как не сейчас? Летом у нас и без цветов хорошо. А сейчас самое время. В газетах, считаешь, весна кругом. А у нас морозы по 30 градусов. Обидно людям, хоть, понятно, они и не за даром за полярье живут. И цветок тут уже не просто цветок, а мощное средство повышения производительности труда, как говорит наш Ершов. Это начальник мой, Леонид Андреевич. Вот он все лично и организовал. А вы думаете, других забот у него нет? 160 тысяч народу в городе. И каждого накорми, одень, обуй, заготовь всего на зиму. И ничего попало, а чтобы люди довольны были. Ну и как? Довольны ваши люди? Да какой там. Потребности-то растут. Ну, а я что говорю? Человек, он как прорва. В него сколько не суй, все мало. Заходи. Заходи, голубка. Прихвати кувшин. Здесь твоим цветам спокойнее будет. Поглажка. А... Да. Видишь, как ее разобрало? Пустяковый товар. А силу, надо признать, имеет. Сколько их у тебя? 200 ящиков по 240 штук в каждом. Итого на 25 960 рублей. 129,60. Получается по 54 копейки за корень. Правильно? Верно. Ловко вы сосчитали, а я так не умею. Ну, с моё поживёшь, научишься. Округлённо говоря, 130 целковых за ящик. Не уступишь один? Чего? Ящик? Как коллега коллеги. А, ну так может вам весь самолёт? Ну, весь самолёт мне не нужен, а ящик взял бы. Силу имеет. Букет Аглаи. Имею вертолет. Имею вертолет, имею рыбу. Имею рыбу, имею шифер и кровельное железо. А с таким товаром, да остальные коренья в придачу. Пять запорожцев сверх лимита, считаю, у меня в кармане. А ты в бильярд-то играешь? Ставь шары. А зачем вам 5 запорожцев? Эх ты, снабженец. Да я тогда царь и бог. И нет для меня понятия дефицит. Запчасти, алмазные коронки для буров. Расплюнуть буров. Не говоря уж про ширпотреб. Начинай. Ну так, как насчет ящика-то? Государственный груз. Даже вскрыть ящик не имею права. Ну, я же подарил. Вот и мне подари. А я тебе рыбки подарю. Целковых на 150. Ладно, даже на 200. Оно у меня все равно не считанное. Свои промыслы имеем. А? А что мне с этой рыбкой-то делать? Продашь? Или нужным людям подаришь? Вы ведь там у себя такой рыбы в глаза не видали. Озерные сиги. А у нас тут этих озер одно на другом. Ну да как? Договорились? Выражаясь по-испански... Но пасаран,
А это из моих личных запасов. Так, одному товарищу пообещал. Да. Ты по молодости лет думаешь, что жизнь, она на месте стоит? Она ведь, между прочим, двигается. И придет час, сам скажешь, купи, товарищ Гузь, весь самолет за полцены. А я тебе что должен на это отвечать? Ну, пасаран. А хорошо ли это будет, если снабженец со снабженцем начнут разговаривать по-испански? А почему это я скажу? А потому. Посидишь здесь суток двое-трое и скажешь, чтоб хоть копейку за свои коренья выручить. А нет, так и вывалишь все на помойку и прогоришь со своим умным начальником на коммерческой инициативе. Так что ты обдумай мое предложение. Сегодня ты мне поможешь, а завтра, глядишь, и я тебе чем смогу. Вы, кажется, думаете, что мы с Ершовым ничего не смыслим в торговом деле. Он, правда, предложил мне. Говорит, возьмем 3 Ан-24. Дешевле. А я ему говорю, нет, Леонид Андреевич. Скупой 7 раз платит. Возьмем для пробы один Ил-18, а второй Ан-24. И посмотрим, как лучше. Согласился. И вот, пожалуйста, 8 тонн уже в городе и завтра с утра поступят в продажу. Так что прогореть мы никак не можем. Ты испанец. В городе-то в городе, да только в каком? Ваш Ил-18 в Хатынге загорает. А вы откуда знаете? Краем уха слыхал. С обеда здесь толкусь. Вот так. Партия! Скучно с тобой играть, жизни не знаешь. Вы не могли бы поточнее узнать, где сейчас наш Ил-18? Попробую. Не слышно там, что с сочинским бортом на Новонадеждинск? Спасибо. Сидит пока в Хатынге, не успел проскочить. Пурга у вас. Вот так номер. Что же делать? Ждать. Ждать, голубчик, ждать. А сколько? Пока до 21, а там видно будет. Ну, это еще ничего. 17 марта, 21.00. Время московское. В связи с неблагоприятными местными метеоусловиями, все порты и авиалинии Северо-Востока Сибири для движения самолетов закрыты ориентировочно до 8 часов утра 18 марта. Погоду дали? Спи, это вертолет. Пойти глянуть, как там дела. А то в 4 утра примерно 13,4 было. Там у них такой градусник, десяток не разберешь. Сидел бы уж, а то еще больше самолет выстудишь. Да я мигом. Внимание! Произвел посадку вертолет, прибывший спецрейсом с 215-й буровой. Повторяю. Произвел посадку вертолет, прибывший спецрейсом с 215-й буровой. Цветы. О, виноват. Ты хоть бы поздоровался, Христич. Виноват. Виноват. Гусь, ты прав. Там тоже имеются в наличии эти цветы. А... Где он?
А вон он к самолету чешет. О. Геннадий Яковлевич, ни к чему бы нам все это, а? Заказали бы оркестр, шампанского бы достали. Молчи, а? Гусь, узкий ты человек. Ну-с, Аглая Петровна, скажи мне что-нибудь. Что-нибудь эдак ехидненькое, обидненькое, что-нибудь, как ты это умеешь и любишь. Ну-с. Пустомели ты, Христич. Что сегодня с тобой? Еще. Болтун. Еще. Стиляга. Еще не стесняйся, давай, как на партхозактиве бывало. Очковтиратель, а? Разбазариватель государственных средств, да? Оккупант ваших жалких пакгаузов, переманиватель ваших драгоценных кадров, так? Просто шпана и нахал. Это верно. Воспитанные люди стучатся раньше, чем войти. Доброе утро. Встала? Ну, иди завтракать. Ваши все в столовой. Хорошо отдохнула? Спасибо. С 5 утра телефон звонил, все какого-то Христича спрашивали. Вас не найдется 2 таблетки примедона? Что, голова разболелась? А все ты. Где же тебе раздобыть? Аптечный киоск еще закрыт. Гусь, ты хороший снабженец. Это для кого как. Срочно требуются 2 таблетки примедона. Пожалуйста. Ас. Вот уж не думала, что и у тебя голова может болеть. Грубо, Аглаюшка, грубо. На, выпей. Не для меня. Цветы подвели. И ваши тоже. Спасибо. Пожалуйста. Я же говорил, ненадежный товар, Геннадий Яковлевич. Еще 2 дня простоят? Вполне. Нам хватит. Ну, Аглая Петровна, а теперь взгляни на это. Чем пахнет? Нефть! Генка, милый, дай я тебя поцелую! Не дам я на тебя обид! Сколько? Запасы? Запасы промышленные? Да подсчета запасов еще не дошло. Главное есть. Он? Он. Газет читаешь? Ну. Салманова и Эрвье, знаешь? Это которые первые тюменскую нефть нашли, что ли? Теперь будут говорить Салманов, Эрвье, Христич. Моя фамилия Христич. Очень приятно. Ты не понял, да? Я Христич. Нефть мы здесь нашли. Праздник у нас. Понимаешь? Вам хорошо. Нам хорошо, вам хорошо. У нас праздник, понимаешь? А у тебя цветы гибнут. Теперь дошло? То есть как это гибнут? Вот написано. Срок хранения для кондиции 1-го сорта 2,5 суток. А всего сутки прошли, как цветы срезаны. Сам видел, вчера утром срезали. Гибнут. Бесполезно, Геннадий Яковлевич. Жизни не знает. Вон чего стоит твоя инструкция. Уже пирамидону требуют. А это мой личный запас. Он у меня от Сочи в раздевалке лежал. Вот и подмерзли. Да вот. Вот специально написано. Температура хранения не выше 18 и не ниже 12 градусов тепла по Цельсию. А сейчас в салоне как раз 12 и примерно 1/10. Так это сейчас. А к вечеру сколько будет? А? Посмотрим же к вечеру. Партию, бортмеханик. Прошу. Как дела, Константин Фомич? Спасибо, плохо. Слушай, включи какую-нибудь печку в самолете, а? Хотел бы я знать, где ты там печку увидел. Прошу, командир.
Ну, включи хоть что-нибудь обогревающее. Кроме двигателей, ничего обогревающего не держит. Ну, пусть двигатели все равно включи, а? Ты даешь. Все равно. Попроси командира, я не против, если он разрешит. Не говорите глупостей. Вот видишь? Товарищ командир, включите двигатели, хоть на часок, а? Ну, хоть на полчасика, товарищ командир. Ведь цветы же мерзнут. На 26 тысяч рублей цветов. Товарищ командир, ну, хоть на 15 минут. Ну, просто прогрейте двигатели, как шоферы вот. Прогревают же моторы, а? Осторожнее на поворотах, коммерсант. Ты что же от нас, за шоферов принимаешь? Товарищ командир, ведь целый город ездить цветы ждет. За полярные металлурги, а также строители и горняки. Послушайте, оставьте меня в покое. Все ваши штучки, бортмеханик. Да для того, чтобы вхолостую гонять двигатель, мне нужно, по крайней мере, распоряжение из Москвы. Не морочьте человеку голову. Доброе утро, товарищ. Сколько лет мы с вами не виделись? Года 4. Вы не изменились, Стрелков. Вы же сами прекрасно понимаете, как трудно это сделать в данных условиях. Да, но вы и попытки не сделали. Но какой в ней смысл, если и так все ясно? Именно это я имею в виду. Молодой человек. Возьмите у Христича компрессор с калорифером, подгоните его к самолету и шлангом подавайте горячий воздух в салон. Мы на крайнем севере всегда так делали. Ну, что у нас? О, извините. Да, вас. Начальник аэропорта Петровский слушает. Да, да, похоже, что правда. Он сейчас стоит рядом со мной, и его так и распирает от самодовольства. Да, так я вам и раньше говорил, что этот проект нас не устраивает. Да, теперь буду не просить, а требовать. Основания появились. Объем складов должен быть увеличен в четверо. Гостиница втрое, как минимум. Взлетно-посадочная полоса должна быть рассчитана на прием самых крупных самолетов. И не только нынешних, а и на те, что появится в будущем. Нефть это ведь не на один день. Откопал. Откопал. Ну, иди сейчас займись этим делом и заходи ко мне, расскажешь. Хорошо. Ну, давайте скорее. Стынет же самолет. А цветами поделишься? Ну, сколько? Вот это другой разговор. 100. Бутонов? Ящиков. Ну, 50. 25, ладно, пусть будет 25. Ну? Не могу. 10? Нет. Компрессор не дам. Ну и подавитесь вы своим компрессором. Как же ты без него? Поморозишь тюльпан. Ну и пусть мерзнут. Их же в вашем городе ждут. Металлурги, а также заполярные строители и горняки. Перебьются. Жили без цветов и теперь не помрут. Метель их тоска взяла, что весна кругом, а у них морозы по 30 градусов. За это они полярные надбавки имеют. Погубишь груз, с работы снимут. Меня? Я экспедитор. Я человек маленький. Мое дело телячье, принять груз, сдать груз.
Ящики целый-целый. По счету сходится-сходится. И будьте здоровы. Это верно. Калибр у него не тот. Не может он отвечать за 26 тысяч убытков. А вот хозяин его попрут с работы. Это точно. Ну и пусть прут. Что он мне, дядя? Да я лучше буду сидеть и самообразованием заниматься. Дай что-нибудь почитать. У меня только вот. Да мне все равно. Разговорник. Пособие для изучающих испанский язык. Вот и буду изучать испанский язык. Как поживаете? Спасибо, сеньор, я живу хорошо. Сегодня прекрасная погода, не правда ли? Да, сегодня очень хорошая погода. А вы знаете, какой он человек, наш Ершов? Он всегда мне говорил: Огурцов, помни, конъюнктуру современного рынка определяет не желудок, а сердце. И если тебе чего-то не хватает... Нет, не так. Прислушивайтесь к себе. То, что сегодня приятно и необходимо вам, как правило, это и есть предмет наибольшего спроса. Это он в Сингазете писал. Да вы думаете, почему у нас в магазинах свободно то, что в других городах не увидишь? Потому что Заполярье? Как бы не так. У вас тут тоже не Сочи. А склады вам кирзовыми сапогами завалены. Да потому что Ершов не ставит себя выше других. Мне, мол, не надо, а другие сегодня без кирзовых сапог жить не могут. Ему тоже говорят, бери, что есть. А он нет, давайте то, что нужно. И добивается. Ищет поставщиков, с Нешторгом контакты поддерживает. И пусть его теперь с работы снимают. Вы присутствовали вчера на корриде? Да, я видел вчера бой быков и вместе со всеми восхищался искусством Тореро Эстебана. Да вы думаете, эти цветы к нам с неба свалились? Да, прямо посыпались, как бы не так. Да если хотите знать, все это от того, что от Ершова жена ушла. Да, и нечего здесь усмехаться. Ничего здесь смешного нет. Он в тундру улетал. Организовал базы для отстрела диких оленей. Ну и задержался из-за погоды. Прилетает домой сразу после 8 марта. А дома записка. Так, мол, и так. Надоело мне тебя видеть только рано утром и поздно вечером. И вообще я желаю, чтобы 8 марта мне муж цветы преподносил, а не в тундре болтался. Одним словом, два слова. Пишите письма мелким почерком, а я улетела к маме в Саратов. И улетела, дура. Дура, конечно. Да человеку-то каково? Другой бы на его месте плюнул бы на все, да следом за ней подался. А Ершов вызвал меня и говорит: Огурцов, собирайся в срочную командировку в Сочи. Завалим, говорит, к чертовой матери весь этот город цветами, чтобы ни одна семья больше из-за этого не развалилась. Вот какой это человек. Пусть он горит теперь синим огнем, если всем наплевать. А я и сам с этой работы уйду, в гострах вернусь. Меня начальник каждый раз, как увидеть, зовет. Вот и вернусь. Граждане, проявляйте заботу о себе и о своих близких. Страховой полис необходим каждому. Заботьтесь о себе, о своем имуществе. О своем-то имуществе каждый заботится. Что там Новонадеждинск? Так какого лешего вы молчите? А, понятно. Дали окно, но маленькое, вам не уложиться. Через час Новонадеждинск снова закроется. Павлик? Да-да. Запусти двигатели. Не имею права. Пожалуйста, запусти. Ты же знаешь, как это сложно. Но я прошу тебя, сделай это для меня. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Ну чего ты боишься? Трудностей? Неприятностей? Катарина, нота метас эн лока, нота импорта. Нота метас.
Понимаю. Я вмешиваюсь не в свое дело. Ну, а разве ты это не мое дело? Твоя честь, и что о тебе люди будут говорить? Не мое? Тогда извини. Больше не буду. Христич. Хватит дурака валять. Отдайте человеку компрессор. Где он у вас? Возле 8-го склада. Подайте тягач к 8-му. Перетащите компрессор на вторую стоянку к Новонадеждинскому борту. Да, и пришлите ко мне дизелиста. Я вижу, вы преуспели в испанском. Мои первые уроки пошли вам впрок. Подумайте на досуге над такой фразой. La soberbia siempre crea enemigos. Я буду на обходе. Сергей Федорович, насчет вертолета... Хороший человек. Еще бы. Таких, как наш Ершов, поискать надо. Ты хороший человек. Извини, неуместной была просьба, теперь сам понимаю. Очень уж хотелось нашим людям настоящий праздник устроить. Понимаешь, ведь почти 4 года мы эту нефть искали. У нас еще будет много нефти, очень много. А первый все, больше не будет. Да что же, не понимаю. Я ведь не просто не хочу. Если бы даже и хотел, не имею права. Я экспедитор и все. Ну что ж, на нет и суда нет. Наказывай, гусь, оркестр, доставай шампанского. Завтра в 12 митинг. На нет и суда нет. А если погода еще сутки будет нелетная? А? Или двое? И мы, значит, будем сидеть и смотреть, как гибнут цветы, да? Не нравится мне все это. Не должно быть такого быть. Не может такого быть. И не будет. Это я вам говорю, Христич. Знаете, за что я люблю бильярд? Слова здесь мгновенно проверяются делом. Какие слова ни говори, в какую позу ни становись, а нет шара, так нет. Мимо. Ты мне веришь? Ну? Отдай мне твой личный запас. Ну, понимаю, ждут тебя с ним. Не будем уточнять, кто. Обещаю, привезешь в точности штука-штуку. А эти отдай сейчас, ну. Чего уж там, берите. Глашенька, прими. Гена Христич, ты что-то задумал. Вот люди, а. Я ей дарю цветы, а она мне... Ты что-то задумал. Я задумал, да. Задумал сделать тебе приятно. Это плохо, да? Конечно, задумал. У меня есть голова, и в ней, естественно, иногда появляются мысли. Прошу. Ну, спасибо. Нет, не заворачивай. Целлофане пусть. А в газету не надо. Просьба к тебе маленькая. Ты сейчас сдаешь смену и поедешь домой, правильно? Чуть-чуть не спеши домой, ладно? Возьми мой газик и поезжай сначала в районо. С цветами. Зайди и скажи. Христич нашел нефть, приглашает завтра на митинг. И все. Про цветы спросит, скажи так и так.
целый самолет стоит, а продать никто не имеет права, даже если сгниют. И никому ни одного цветочка, ладно? Ой, что-то мне это не нравится. Ну почему не нравится? Пригласить людей на праздник – это плохо, да? Потом заедешь в райздрав и то же самое скажешь. Потом в райфинотдел, потом в отдел культуры. И все. Больше тебе ничего не требуется. Договорились? Ну что ж, если ты не можешь мне подарить цветы без всяких условий... Слушаю. Вот как? Ладно. Компрессор сейчас подвезут. Да? Ясно. А дизелиста нет. В отгуле. Слушай, дай своего человека. У меня тоже никого нет. Кто дома, а кто на вахте. Что же делать-то? Что же делать? Играйте, бортмеханик. Я сдаюсь. Победили вы меня, командир. Можно сказать, положили на обе лопатки. Дед, ты с компрессорами дело имел? Приходилось. А тебе? А мне нет. Но я всегда верил, что нет такого механизма, который один человек сделал, а другой не смог бы сломать. Пойдем поможем коммерсанту. Все-таки наш заказчик. Командир не возражает? Это ваше свободное время. Вот мы его и используем. А хозяин нам за старание. Бутылку, а? Ну, лимонад, понятно. Как, Константин Фанич? Чумак, на вас форма, вы ведете себя как извозчик. А я и есть извозчик. И отец мой извозчиком был. Машинистом на паровозе работал. И деды соль в Поволжье возили. Извозчики, чумаки. А вы, видно, считаете себя космонавтом? Ошибаетесь, командир. И на линии Мадрид-Каракас тоже будете извозчиком. И только. Профессия у нас такая. Только здесь вы возите цветы и хороших людей, а там будете возить дам и господ. Возите, если охота. Но я посоветовал бы вам уже сейчас привыкать, что у вас на борту дамы и господа. Это и к тебе относится, сеньорита. Пойдем, дед, займемся делом. Я подойду. Между прочим, я очень сомневаюсь, что вас на те линии выпустят, потому что все ваше достоинство в форме, а там этого маловато. Можете писать на меня рапорт за подрыв авторитета командира в присутствии посторонних. Но кто-то должен был вам однажды все это сказать. Гусь, а? Проводи даму к машине. Ага. Скажи шоферу, чтобы потом сюда подъехал. Нам еще к геофизикам нужно будет успеть. Ладно. Глашенька, все запомнила. Не беспокойся. Одну минутку. Что там слышно про Новонадеждинск? Закрыт. АИЛ-18? Успел проскочить? Спасибо. Надо бы сказать пареньку-то, а то он беспокоится. Я передам. Хорошо. Ну, пойдем ко мне. Расскажешь мне подробно о нефти. Хорошо. О, Аглаюшка, цветочки. Что вы сказали Павлику? Я никак не могу перевести. Ерунда какая-то получается. Окружен врагами, что это значит? Спросите у него самого. Я надеюсь, он понял. Это вроде пословицы. Да-да. Кусь песи всегда много врагов.
А вы как поняли, где вы изучали испанский? В Испании, деточка. В эскадрилье капитана Эрнандеса. В 37-м году. Дон Риас! Марта, 10:00. В связи с неблагоприятными метеоусловиями все порты и авиалинии Северо-Востока и Востока Сибири для движения самолетов закрыты до 18:00 по московскому времени. Меня в тот день в плечо ранило, а его самолет с третьего вылета не вернулся. Все, подумали, погиб архангельский парень испанцем Эрнандесом. А оказалось, нет. Сел кое-как на горящем самолете на той стороне у франкистов, ночью переоделся в заброшенной деревне в тряпье и под видом нищего почти целый месяц бродил по тылам. Как испанец? Ну, испанский он знал великолепно. Не хуже коренного испанца. И потом, в конце концов, перешел линию фронта в расположение батальона Тельмана. Так свои. И тут свои же, признав его за шпиона, чуть к стенке не поставили. Вот это да. Вот какие жизнь завязывала узлы. Держи. Спасибо. Сколько там, посмотри. Шестнадцать и шесть десятых. Еще с полчаса, и можно компрессор ставить на малые обороты. И что там дальше было? Ну, дальше воины пошли. Мы с ним, так у нас получилось, рядом войну заканчивали. Я штурманом летал, когда в тыл Квантунской армии десант высаживали. А Эрнандес, то есть Петровский, ну, да. Я и тогда не знал его настоящей фамилии. А Петровский своими самолетами прикрывал нас. Он тогда уже полком командовал. Вот и получилось так, что базировались на соседних аэродромах, а встретились только здесь. Здорово. Тесно это место, Север. А почему он с Павликом так разговаривает? Павлик с ним 2 года на полярной станции летал вторым. Я случайно видела характеристику. Проявил себя как квалифицированный специалист. По-разному бывает. Одни люди крупнее своего дела, другие мельче. А третьи равны своей служебной характеристике. Но характеристика-то хорошая. Почему же он так разговаривал? Спрашивал. Не любили его. Это почему же? Работа не связала его с ним. А я люблю его. Ну что ж. Может быть, это то, что ему сейчас больше всего нужно. Если работа не связала с людьми, возможно, свяжет любовь. А я знаю, почему вы так говорите. Вот по себе знаю. Когда любишь, вернее, если любишь, то чувствуешь себя перед каждым в долгу. Ну, перед всеми, вот знакомыми, незнакомыми, все равно. Будто бы даже стыдно, что тебе повезло, а другому нет. Пойдем. Закрывайте скорее, выстуди! Три слова, и сразу ясно, кто здесь хозяин. Председатель райисполкома Орлов. Если что, в каждом тюльпаны?
Очень эффектно. Еще в грузовом отсеке ящиков 20. Геннадий Яковлевич, я порекомендовал бы вам держаться от меня подальше. Сегодня вы сорвали важное совещание. Раз. Испортили обеденный перерыв. Два. А мои телефоны были раскалены до бела. А на улице наши милые дамы бросались на меня так, как будто я сгноил в аэропорту 4 тонны тюльпанов. В конце концов, есть какие-то формы. Вы уверены, что более простые формы заставили бы вас приехать сюда? Нет. Как говорят в Одессе, о. Да, но и положение не такое уж катастрофическое, каким вы пытались его представить. Дайте, пожалуйста, документы на груз. А они у меня в дежурке, в портфеле. Вы единственный сопровождающий? Ну? Ну что ж, товарищи, давайте обсудим создавшееся положение. Полчаса тому назад я разговаривал с Новонадеждинском. Новый Надеждинск не против того, чтобы уступить нам вот эту партию тюльпан. Вы вполне понимаете, о чем я говорю? Чего ж тут не понимать? Завтра цветы пойдут вторым сортом, и мы даже транспортные расходы не все покроем. Я продолжаю. Есть два формальных препятствия. Первое. Цветы вы не сами вырастили, а купили. И потому продать их не имеете права. Но мы можем принять решение райисполкома примерно такое. Так как из-за метеоусловий гибнет груз, райисполком постановляет передать его для срочной реализации райторгу и Орсу нефтеразведки. А зачем вы мне все это рассказываете? Я же ничего не могу решать. В разговоре с вашим главным бухгалтером я специально затронул этот вопрос. Он ответил, что человек, сопровождающий самолет, имеет достаточно широкие полномочия. Так и сказал? Так и сказал. Тогда другое дело. Ой, нет. Он, наверное, думал, что с этим самолетом летит сам Ершов. А он улетел с Ил-18-м. Вот где снабженцы живут, а? Начальник в командировку, в Сочи. А мне нельзя не то, что в Сочи, в Салехард. Так он же по делу. Это пробный рейс. Надо все просмотреть, проверить. О чем спор? Полномочия товарища Огурцова подтверждены? Подтверждены. И точка. Глупость доверить человеку товару на 26 тысяч рублей и не дать никаких прав. В конце концов, можно еще раз созвониться с Новонадеждинском. Согласен. Я продолжаю. После того, как мы примем решение, вы с нашими товарищами заключаете договор о передаче им груза цветов. А они письменно гарантируют оплату груза, включая транспортные расходы. Прогорим, Геннадий Радович. Как это прогорите? Вы еще прибыль получите, если успеете продать первым сортом. Вы-то у нас товар берете, конечно, первым сортом. Безусловно. И самолет за ваш счет от Сочи до Новонадеждинска. А это из какой стати? От Сочи до нас куда ни шло. А почему это мы должны платить за пустой прогон до Новонадеждинска? Нет, так не пойдет. А кому платить, нам? У нас деньги тоже под ногами не валяются. Аэрофлот требует. Арендовали самолет до Новонадеждинска? Гоните монету. Обязательно потребуем. Вот это и есть вторая трудность. И выхода я не вижу. Пока не вижу. Ладно, уплатим, где наша не пропадала. По случаю такого праздника можно. Эх, какой вы скорый. Да с нас первый же ревизор штаны спустит. Я этого не подпишу, как хотите. Гусь, ты временно уволен без выходного пособия. Я сам подпишу. И вы не подпишете. Вы же его на нарушение финансовой дисциплины толкаете. Отнюдь. Мы здесь для того и собрались, чтобы найти выход из сложной ситуации. Законный выход. Вполне законный. В противном случае вы бы могли и без нас увести самолет. И это бы было
вполне в вашем стиле. Гусь, ты восстановлен. Что же делать? Сколько нужно платить? Рублей 400. Да это мы потом уточним. Решено. Петровский, одолжите мне 400 рублей, я их швырну в пасть вашему алчному Аэрофлоту. А вы их с меня потом судом стребуете. Серьезно, одолжите. Да чтобы из-за каких-то 400 наш праздник срывался. Геннадий Раклич, геолог ты бы, может быть, и ничего, а вот как хозяйственный руководитель. Как же вы эти 400 на бумаге проставите? Швырнул Христич, так что ли? Может быть, в самом деле взять, да и увезти самолет. Да ну это же не деловой разговор. Постойте, есть тут одна мысль. Но не перейти ли нам в дежурку? Там и документы под рукой, и в Новонадеждинск придется позвонить. Очень хорошо. Очень хорошо. Пойдемте, товарищи. Вставай, Гусь, пошли. Подожди, как Геннадий Ираклович. Дамы и господа, наш самолет летит на высоте 5000 метров со скоростью 500 километров в час. Только что мы пролетели над Сыктывкаром. Совсем завели. А погоду не дали опять. Тебя это правда волнует, Павлик? Правда? 18 марта. 18:00, время московское. В связи с неблагоприятными местными метеоусловиями, все порты и авиалинии Северо-Востока Сибири для движения самолетов закрыты ориентировочно до 6 часов утра 19 марта. Через 5-10 минут будет Новонадеждинск. Спасибо. Итак, мы вас слушаем. Если у вас появилась идея, то самое время сейчас ее обсудить. Да, собственно говоря, эту мысль мне подсказал вчера товарищ Гусь. Ну ничего я не подсказывал. У вас рыбопромыслы свои, верно? Верно. Имеем. Дальше. Ну, конечно, 4 тонны рыбы для нашего города это так, легкая закуска. Да какие 4 тонны? Откуда 4 тонны? Нет у меня вообще никакой рыбы. Она в тундре, на точках. Доставим. И там нету. 4 тонны. Найдешь. Дальше. Так вот, если вы отгрузите нам эти 4 тонны сигов в этот же самолет, то мы, пожалуй, оплатим рейс. Аэрофлот не против, что мы сменим груз? Аэрофлот не возражает. Почем ваша рыба? По рубль 30. Нет, это дорого. Давайте дешевле. Вот бандит, да? Ну, бандит. Сколько живу, такого не видал. Это в твои-то молодые годы. Государственная эта цена, рубль 30. Кооперативная. Самое, что ни на есть, законная. Ясно? Ну, раз законная, то будет. Да. Новонадеждинск? Появился ваш начальник. Ага. Идите в ту комнату, там лучше слышно. Хорошо. Жучок. Вот мы и нашли вполне законный выход. Это было не так уж трудно. Просто надо иметь немного терпения и чувства юмора. Чтобы не пугаться неопределенности. Минутку, это мы нашли выход. А вы, чует мое сердце, хотите наши тюльпаны забрать? Разумеется. Сколько?
Половину. Ровно 100 ящиков пойдут райторгу. Гусь, ты прав. Это же не простые советские люди, а какие-то акулы империализма. А я и говорю, зачем нам такая коммерция? Одни неприятности. Достанем лучше шампанского, закажем духовой оркестр. 20 ящиков и не цветочком больше. Это все-таки наш праздник. Да. Это общий праздник, Гена. И праздновать будем вместе. Нефть для нашего района... Все. Это жизнь. Люди ждали ее, верили. Помогали тебе. Душа твоя неблагодарная. 100 ящиков. Нет? Нет. Выхожу из игры. А без решения исполкома ты и бутона не получишь. Ясно? Вот так. Уговорил. 100. Как же я их буду делить на 200 с лишним бригад? Отправишь лучшим. У нас все лучшие. Угу. Это я могу им выговор выносить, а для вас они все лучшие. Они 4 года искали нефть. Они нашли. Это народ. Уж если кому не давать тюльпанов, так мне да еще Орсу. Да ты, Гусь, ты не получишь тюльпанов за то, что сам не догадался достать. Ну убил ты меня, Геннадий Ракович. Наповал. Леонид Андреевич Ершов, в принципе, не возражает против нашего соглашения. Да прекрасно. Значит, часть суммы мы возмещаем рыбой, а остальные деньги переводим на ваш счет. Нет, не совсем так. Я был прав. 4 тонны рыбы для нашего города – это не товар. Вы отгружаете нам эти 4 тонны, а остальную сумму тоже погашаете рыбой. Транспорт мы берем на себя. Мы пойдем навстречу. Вот. Все. Да это же почти на 20 тысяч целковых получается. Это же... Не трудитесь, мы уже все подсчитали. Это получается примерно 16 тонн рыбы. И если вы поставите нам ее за 2 месяца, это нас вполне устроит. 16 тонн за 2 месяца? Да мы за 1 месяц едва-едва 4 тонны набираем. Расширьте промыслы. Ну что ж мы должны... Забросить нефтеразведку, начать ловить рыбу, отправлять новую надежду, так что ли? А почему бы вам не взять рыбопромыслы на баланс района? Как? Резерв рабочей силы для вас не проблема. Да. Зимой ваш речной порт загружен едва ли наполовину. Ну, а если мощности рыбхоза будут превышать местный спрос, мы готовы взять у вас излишки в любом количестве. Даже в порядке встречных поставок могу предложить вам свежемороженую оленину. Это очень интересное предложение. Мы его обсудим на ближайшем заседании исполкома. Прошу прощения, но это вы сами придумали? Нет, это Ершов подсказал. Леонид Андреевич. Передайте ему большое спасибо за хороший совет. Но Леонид Андреевич просил передать, что если вы не согласитесь с нашим предложением, то мы вынуждены будем продать цветы у себя в городе, пусть даже 2-м сортом. Конечно, небольших убытков нам не избежать, но моральный выигрыш окупит расходы. Через полчаса дам окончательный ответ. Хорошо. Учись, Гусь. Серьезно предупреждаю, учись. Вот как нужно работать. Раздели. Догола. До нитки общипали. Слышь, от твоего начальника верно жена-то ушла? Говорили, у нас ушла. Мне же он не рассказывал. Ты знаешь, нынче он в плохом настроении. В расстройстве чувств получается, да? Интересно, что он делает со своими контрагентами, когда он в хорошем настроении? А некоторые еще удивляются. Зачем это Гусь с собой пирамидон таскает? Роскошный у тебя начальник, Константин Фомич. Всех заставил зашевелиться. А выход-то с рыбой ты придумал. Кем ты, говоришь, хотел бы стать?
Заместителем начальника управления торговли города Новонадеждинска. А что? Будет? Как ты считаешь, дед? Будет. Будет. 19 марта, 6:00, время московское. В связи со смещением циклона на юго-запад, все порты и авиалинии севера, северо-востока и востока Сибири для движения самолетов открыты. Фу, закончили. О, уложились минута в минуту. Фу, расскажи, кому не поверят. Объявляйте посадку пассажиров. Вот так мы тут и живем. Погодка есть, самолетки нет. Самолетка есть, погодки нет. Ну что, договорились с Орловым, все в порядке? По всем статьям. Вот везу документы на утверждение. Так что я, возможно, у вас не последний раз. Вы здесь рыбу готовьте, а я вам свежемороженое оленинки привезу. Ой, ну и поездка нынче вы. Вот и хорошо, что договорились. Давно пора у Гузи рыбу забрать, а самого в завхозы. Это его самое законное место. Все! Поздравляю. Кто-то что-то мне вчера говорил о поучительности игры в бильярд, а? Командир, к барьеру? Смотри, как я сейчас буду вышибать дух из вашего аэрофлота. Уже не успеешь. Кончается заправка. Жаль. Можно? Да-да, заходи. Доброе утро. Ну вот, скоро дом будешь. Телеграмму-то дал, товарищ? Дал, чтобы встречала с тюльпанами. С тюльпанами. Ой, это же она будет ждать, что я прилечу с тюльпанами. Ага. Геннадий Ираклевич! Геннадий Ираклевич! Где же тюльпаны? Как где? Давно на Боровых, где им полагается быть. Пусть где тюльпаны? Отправили. Остальные райторг увез. Как и договаривались. Видишь, как и договаривались. Да нет же, мои тюльпаны, мои, понимаете? Твои? Ну да, мои, мой личный запас. Твои? Вы же еще обещали вернуть штука в штуку. Да, понятно, понятно. Букет такой, да? Ну. Обещал, правильно. Я не отказываюсь, обещал. Ну так где же они? Что? Тюльпаны. Нету. Слушай, в конце концов, вовсе не в тюльпанах дело, правильно? Если разобраться всерьез, а? А в чем? А в том, что ты их вез, правильно? Хочешь, я тебе сейчас справку дам в том, что ты действительно вез тюльпаны в количестве 30 штук. И мы ее заверим печатью. Даже двумя, нефтеразведки и Аэрофлот, а? А что мне с этой справкой делать? Нюхать? Придумал. Внимание! Грузчиков к борту отставить. Займитесь багажом. Придумал. Держи. Что это? Нельма. Рыба такая, понимаешь? Рыба Нельма. Царь рыба. Мне ее ребят подарили в порядке мелкого подхалимажа, а я дарю тебе. Понимаешь? Понимаю. Нельма. Значит, она меня ждет с тюльпанами, а я ей рыбу. Ага. Нельма. Просто. И что я ей скажу? Без самой мучи? Она мне, Катя. Gracias por su atención. О. Правильно. Благодарю за внимание. Марта, газета «Металлург Заполярье». Вчера
В нашу торговую сеть поступила первая большая партия сочинских тюльпанов, доставленная на самолете Ил-18. Пробный рейс показал, что в период мартовских пург целесообразнее использовать самолеты Ил-18, хотя это и повышает накладные расходы. В другие месяцы цветы с юга будут доставлены к нам самолетами Ан-24. Об этом сообщили нашему корреспонденту в управлении торговли. Вы знаете, в феврале в Заполярье после долгой полярной ночи впервые появляется солнце. А в марте снова начинаются пурги. Прекрасна жизнь, правда? Прекрасно солнце, высоко идущее над нашей землей. Велик и прекрасен север. Да, gracias por su atención, что означает спасибо за внимание. Опять, как порою былою, погодка пилотам грозит, витает над белой землею привычное слово транзит. Взгляни на магнитную стрелку, на север укажет она. Попали мы, брат, в переделку, буран за стеной, как стена. Нет, правда, ценой дорогою нам каждый дается маршрут. За тысячеверстной пургою тревожась любимые ждут. Взгляни на магнитную стрелку, на север укажет она. Попали мы, брат, в переделку, буран за стеной, как стена. Я видел на свете щедроты, цветенья, тепла и огня. Зачем же в иные широты по-прежнему тянет меня? Взгляни на магнитную стрелку, на север укажет она. Попали мы, брат, в переделку, буран за стеной, как стена.